Здравствуйте. Меня зовут Эдуард. Я художник из Армении, из города Армавир. Как и большинство детей, в детстве рисовал. Но серьезно начал заниматься рисованием в 15 лет. В 17 лет поступил в Государственную академию художеств Армении, факультет дизайна. Окончил по специальности графический дизайн, но по профессии почти не работал. Еще в третьем курсе понял, что мне больше нравится профессия художника. В данный момент занимаюсь живописью и рисованием. Пробую разные техники, ищу свой стиль. Профессионального художественного образования не имею. Поговорю о конкурсной работе. Картина называется «Шут и кот». Изобразил шута, а рядом черного кота. Шуты жили при дворе и в основном занимались тем, что развлекали правителя и его близких. Они были очень остроумными и могли быть советниками для короля. Тут я изобразил его прислонившимся к стене в закрытой позе, с обнаженным торсом и в порванных штанах. В глазах его отвращение, разочарование и отчаяние. Рядом его друг, черный кот. Картину писал масляными красками, использовав акриловый грунт, в некоторых местах создал фактуру. Кота и падающие тени рисовал углем поверх масляной краски. Использовал мало цвета, чтобы передать нужную мне атмосферу и эмоции. В основном картина в черно-белых тонах. Лишь штаны и колпак имеют красно-коричневый оттенок. Спасибо.